Друзья, всем привет, с вами канал KitaiFak. И сегодня в этом видео проверим на точность лазерный уровень FireCode 212A. Это недорогой уровень, обзор на который я уже снимал. Кто не видел, можете посмотреть его, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Строит этот прибор всего вертикаль и горизонталь. Имеет один излучатель на обе плоскости, поэтому если даже он у вас сбит, то настройка будет просто элементарной. Настроить, думаю, сможет каждый. Так, ну давайте проверим его на точность. Горизонт будем проверять, прогоняя по точке. Посмотрим, как хвосты лежат в той же точке или нет. Этого теста будет достаточно, чтобы проверить горизонталь, так как если какие-то хвосты не лежат в точке, которая идет по центру, то значит в любом случае он либо сбит, либо у него смайлы. Все три точки, середина и два хвоста право-лево, должны лежать в одной точке. Допускается погрешность плюс-минус 2 мм на 5 метра. А вертикаль проверим по ранее проверенному практически такому же уровню FireCode F212R, который имеет дополнительную вертикаль. Так, ну давайте начнем. То есть для начала устанавливаем прибор на расстоянии 5 метров от стены, включаем его и отмечаем точку на противоположной стене посередине линии, рядом с вертикалью. Так, вот точку посередине мы отметили. Теперь начинаем поворачивать в одну сторону вертикаль на 2,5 метра и потом также от центра в другую сторону на 2,5 метра. И смотрим каждый хвост. Они лежать должны также в этой точке. Как вы видите, левый хвост у нас лежит абсолютно в точке, без какого-либо смещения. И давайте посмотрим правый хвост. Отводим вертикаль от центра на 2,5 метра и смотрим правый хвост. И правый хвост у нас лежит практически в линии, по верхней кромке линии лежит, но смещение минимальное, даже меньше миллиметра. То есть заявленная производителем погрешность 3,5 мм на 7 метров полностью оправдана. Нужно отметить, что этот нивелир намного точнее. И давайте проверим вертикаль. Так, друзья, вот наш образец FireCode F212R. Все его отличие во второй вертикали. Здесь стоит заглушка у 212A. Спереди это абсолютно два одинаковых прибора. Так, ну давайте сравним их вертикали. Так, друзья, вот две вертикали. Они идут абсолютно параллельно друг другу. Но, кстати, видно невооруженным глазом, что у модели постарше FireCode F212R линия на порядок ярче. На фотоаппарате, возможно, это не очень заметно, но когда смотрите вживую, линия реально намного ярче. Да, кстати, кто не смотрел обзор на FireCode F212R, обязательно посмотрите, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Так, ну давайте для пущей уверенности сведем их вместе. Хотя и так видно, что они абсолютно параллельно идут друг к другу. Так, друзья, вот я свел две линии. Они абсолютно точно ложатся в друг друга. Никаких намеков на расхождение. Вот две линии идут. То есть на самом деле уровень настроен просто отлично. Заявленная погрешность 3,5 мм на 7 метров, это, конечно, далеко от истины. На самом деле уровень настроен очень хорошо. В общем, друзья, возможно, я повторюсь, но для дома, для себя это отличный вариант. Кому достаточно креста, то обязательно имейте в виду эту модель в том числе. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем добра. Пока-пока.